Клинок ножа Кирицуки. Санмай. 40 Х13 на обкладках и 9 ХС в центре. Твердость режущей кромки 61 единица по шкале Роквелла. Длина клинка 200 мм, ширина у основания у пятки 48 мм, 21 у кончика. Толщина идет 3,4 мм и у кончика 1,8 мм. Такой вот получился еще один хороший, замечательный, можно сказать, клиночек. Сведение в 0,1 миллиметра. И еще здесь вот таким образом иероглифы Канзи набил точечно.